Топливо вот не стали, да. Маленько грызанули, остальное все целое. Вроде. Вот еще один вот, надкусанный. Попробовала. Падла, блин. Современные эти животные. А вот эту, о, блин, одно открылось, что ли. Точно. Масло он пролилось. А вот эту нашел аж в другом месте гаража. Валялась там на полу. Спиздила, короче, утащила. Во. И начал, и хотела открыть себе, залить присадку вовнутрь, чтобы вечный у нее был это, двигатель внутри. Вот, и, не знаю, кто это. Крыса или ласка, блин. Тут ласки у нас лазят по гаражу. Вот. Тут вскрыла, блин. По-моему, она уже, вот она протекает. Вот. Почти разгрызла. Во. Это валялось вообще в другой части гаража, блин. Где-то внизу там я ее откопал случайно. Хотела в нору себе утащить, крысятам показать, наверное. Обработка, короче. Так что не только моторы и машины обрабатываются, а еще эти грызуны, блин. Вот так вот популярность галлийских присадок. Вот до чего дошли. Как любят животные присадки галлиева. Сначала не понял, думал. Увидел, что зубы какие-то на флаконах. Все завалено было. Стояла коробочка там наверху. Вот. Блин, плохо видно. Погрызаны вот тут сверху. Вот. Они тут это хозяйничали. Хозяюшки. Сожрали тут этикетки всякие. Но очень сильно почему-то это. Топливо не стали. Вот попробовали чуть-чуть. Вот.